Бабушка и дедушка готовят... Бабушка рисует... Клажан. Дедушка закапывает труп в сад. Дедушка Свин, ты закончил? Нет. Пеппа и Джордж скоро приедут. Без паники, бабушка! А вот Пеппа и ее семья. Скорее, дедушка, они здесь! А вот и нет. Уже почти готово! Дедушка Свин все-таки успел. Бабушка, вот и мы. Бабушка, привет. Борщ, уёбки. Дедушка, девушка. Встать всех наверх. Пеппа, Джордж, у нас для вас. Где-то в саду выкопан клад. Клад? А где он? Где же он? Вы должны его найти. Вот тебе карта, Пеппа. А Джордж наденет пиратскую шляпу. Это просто охуенно. На вахте, капитан Джордж! Карта это сложно. Папа, поможешь? Не, нихуя. Я разбираюсь в карте. Блять! И правда сложновато. Папа Свин, ты держишь карту? Да, я так и думал. Как просто. Красный крест означает клад. Но где же в саду растут две яблони? Я не знаю. Подождите, тут что-то есть. Ого! Клад! Ура! Молодцы! А у меня есть ключик. Золотые какашки? Это целое состояние. Нет, гораздо лучше. Говно! Ура! Пеппа и Джордж любят... Говно! Все любят... Говно!